Всем привет! Сегодня у нас 20 октября. Буду снимать на хранение сорт яблок Топаз. Так они окрасились красиво в этом году. Такие вот яблочки. В том году на этой дереве были сигналки. Пару штук. То есть, ну, в этом году тоже их не сильно много завязалось. Ну, такие вот красивые. Я пару пробовал. Очень вкусные уже на данный момент. Вот какое яблоко красивое. Тут на солнце Топаз. Внизу тут тоже висят. Вот. Тут в тенечке хуже чуть окрасилось. Яблоко не болеет особо. В этом году единственное, градом чуть-чуть побилось. Вот такие вот яблоки красивые. Градом чуть побило, что товарности особо нет. А так, конечно, класс. Вот рядом Pink Lady висит, еще зеленый. Вот рядом еще Fuji. Тоже ему еще висеть до ноября. Это Pink Lady. Это Топаз. Такие вот яблоки. Очень красивое. Яблоко такое, оно кисло-сладкое, ароматное. Ну, надо на солнышке его обязательно сажать, потому что сейчас покажу, что. Вот яблоки в нижнем ряду, вот они, не окрашенные. И вот попадали. И я собрал снизу падалицы. Именно с нижнего яруса. Тут вот аучар у меня, назорька у меня. И тень. И вот эта падалица идет не окрашена. Те, что яблоки не окрашиваются, внизу, на которые солнце не попадает, не просто берут и опадают. То есть, вон она, солнце. На солнце вверху вот такие вот яблоки. Красивые. Не падают, висят отлично. Сейчас с другой стороны покажу, обойду. То есть, его желательно на самое солнечное место. Тем более, сорт зимний. Ему надо как минимум до середины октября висеть на дереве. Вот, тоже яблоко. Более в тени вот такой окрас имеет. Так, сейчас обойду с другой стороны. Деревцо посажено на подвое низкорослом М9. А на четвертый год дало вот такой урожай. То есть, если бы оно было на солнышке, чтобы внизу яблоки не опадали на нем, то было бы урожай побольше был бы, конечно. Вот веточка внизу. Ну, когда солнышко в обед разворачивается, на нее светит, солнышко попадает. А вот сюда не попадает вообще ничего. Поэтому вот они вот такой окрас имеют в тени. Топаз. Так что в тени не сажайте. Вот яблоко тоже в тени не годится. Только солнечное место. На солнышке вот они, вот какие красивые, там где солнце попадает, окрашены. Такое яблоко. В принципе, такой он более выносливый сорт к болезням. Не поражается. У меня вот в том году были пару сигналок, в этом году. И у отца растет тоже в саду этот сорт. Как бы мы не замечали на нем болезни. Он крепко держится. Что-то рвется. Не с хвостиком, а вот там обрываю я. Может, уж одной рукой. Яблоко красивое, товарное, вкусное. Такие яблочки висят. На девятке. Супер. И вкус у окрашенных плодов намного лучше, чем не у окрашенных. То, что падалица была, я пробовал, они кислые. А те, что на солнышке такие красные, то сладко-кислые, с ароматом, с хорошим, с приятным. Вот как окрашивается хорошо. Сорт Топаз. Так. Потом уже при хранении покажу. На веса положу их. Сважим, посмотрим, какой у него вес. Вот такая вот красота сейчас. На 20 октября. Сегодня 27 декабря.
На носу Новый год. Решил вот снять в хранении сорт яблок Топаз. Такие они красавчики. Такие яблочки. Красивые, блестят. Советую этот сорт сажать только на солнце. Потому что в тени будут вот такие вот яблоки. Вот. Не будут невкусные, они будут кислые. Вот этот же, вот эти вот яблоки, те, что на солнышке были, они кисло-сладкие, вкусные и ароматные. Сейчас вот попробуем, продегустируем его. Сладкое, с кислинкой, не кислое яблоко, очень ароматное, вкусное. Мякоть такая мелкозернистая, не плотная, не твердая. В данный момент хорошая. Сорт очень ароматный, действительно вкусный. Хороший сорт, вот зимний. Мякоть у него кремового цвета. Ну, камера не сильно передает цвет мякоти. Ну, не белая, а такая кремовая, кремовая. Лежат яблоки, хранятся хорошо в подвале. Ничего не гниет. Прекрасно лежат. И думаю, что будут они лежать до февраля, может быть и дольше. То есть, ну, отлично. Сейчас посмотрим, какой вес у плодов. Так, включим веса. 245. 246. 216. Неплохой вес у него. Но его не сильно много на дереве было. 240, 200, 226, 243. Красивое, очень красивое яблоко. Такое вот оно со штрихами. Красивое, красивое и вкусное. Для зимнего яблока шикарное. 250. Не, вес хороший. Ну, такие побольше еще есть. 274. Вес класс. Яблоко. И вес, и вид красивый. Если я не ошибаюсь, выведенный был сорт в 1984 году. То есть, как бы не сильно старый сорт. Вкусный, хороший. Чешская селекция. Тоже, если не ошибаюсь. В Чехии вывели его. Сорт урожайный, стабильный, как бы. То есть, ну, не любит затененных участков. То есть только на солнышке вы сажаете. Ну, а так в целом класс. Сейчас еще это попробуем. Очень сочный. Сока очень много. Яблоки, ну, попробую надавить. Ай. Видно, вот течет сок. Сочное. Хорошее. Яблоко-бомба. Кому понравилось видео, ставьте лайки. Не забывайте подписываться на канал. Будем снимать много видео про разные сорта. Думаю, будет интересно. Всем спасибо за внимание. Всем пока.